Брешина активно включилася у патріотичну акцію «Тут живе ветеран». У Барановичах волонтери отряда «Доброе сердце», представники БРСМ и Белорусского фонда «Миру» наведали семью ветеранов Великой Отечественной войны и установили на их доме памятную шильду. Гэтая шильда стала первой у Барановичах. Удельники республиканской акции примацавали яе ля подъезд до дома, где живе семья Карасёвых. Таисия Васильевна – блокадница, удельничала у обороне Сталинграда. Дмитрий Семенович оборонял Москву. Познайомились яны у первый послевоенный Новый год. Дмитрий Семенович, тады старейший лейтенант, запросил на танец дзяўчыну, якая сядела насупрать. С тех часов яны разом уже амаль 70 годов. Выгадывали и выхвали детей, у их четверо внуков и шестеро правнуков. Жыццё протягивается, але той день перамоги яны памятают, як быццам гэта было учора. День Победы для нас был самым большим радостным праздником. Мы выдержали. Как ни было тяжело, выдержали. Ну, конечно, рады. Рады, что не забыты, что вспомнили. Ну, это радость такая, как говорят, со слезами на глазах. Диалог поколений прошел в утульной хатней обстановке за горбатой и проглядом фронтовых фотографий. Хотелось бы выразить огромную благодарность им за то, что дали возможность прикоснуться к частичке истории. У кожного поколения свой лёс, а повед про героичный шлях семьи Карасёвых уводит у электронную книгу вспоминов и у фильм про ветеранов города. Цель этой акции – это показать, что ветераны, слава богу, еще живут среди нас. Чтобы простой проходящий человек, просто проходя мимо, обратил внимание на эту табличку и где-то подсознательно вспомнил тот подвиг, который совершили эти люди для нас. И мы планируем до 9 мая посетить каждого ветерана Великой Отечественной войны для того, чтобы просто пообщаться, поговорить, побеседовать, расспросить о том, как они прошли эту тяжелую войну, ну и вручить эту символическую табличку для того, чтобы память была не забыта, чтобы память хранилась в наших сердцах. У Барановичах 310 ветеранов, из них 104 непосредных удельников военных деяний. У Брестской области до 9 мая памятные шильды будут установлены на домах 1873 ветеранов. Для каждого из них увага с боку тех, для кого они здобывали перемогу, вельми важна. Надпись, за якой стоит история великой перемоги, станет добрым напомином про то, как это было и чего каштовало.